Всем привет, друзья мои хорошие, с вами спикер Альф-Патруль. Итак, ребята, сегодня будем в доках и зачищать уже наркобаронов на корабле. И вместе с армейским патрулем у нас будет спецоперация. А у нас будет вот такой грузовичок, нам дали такой грузовичок. Спасибо, конечно, чуваку за такой грузовик с пулеметом. Ребята, загружаемся уже в тачку. Так, окейшки, один сел, второй тоже сядет, надеюсь, сядет за пулемет. Мы уже влетаем на корабль и проводим зачистку. Будет довольно весело. Надеюсь, чувак сядет уже за пулемет, как не очень хочет. Короче, респавним еще парочку. Ну, хотя парочку, хотя ребят не очень хотят, они все на взводе и готовы просто уничтожить. Так, у меня сел чувак и сел за пулемет, то, что нужно. Окейшки, погнали же, ребята, дайте проеду. Хорошо, у нас будет трамплишка, у нас будет корабль, и нужно полностью зачистить весь корабль. Так что, ребята, будет очень жарко. Я, конечно, бы сделал побольше напарников уже, когда будем на корабле. Так, вижу трамплишку. Ну, ребята, держитесь. Если что, конечно, открывайте огонь. Там будут ребята с РПГ и с крупнокалиберным. Ох, там вижу РПГ сверху. Так, чувак, открыл огонь. Да, открыл огонь и, походу, снял его. Вот это было круто. Хорошо, выгружаемся, пока нас не подорвали. Ребята, давайте зачистим этот корабль от наркобаронов. Так, вижу сверху, спрыгнул даже, походу испугался. Хорошо, сделаем побольше свата уже. Сегодня будет такая мясорубка полная. Только больше свата появляется. Окей, как наш кожик сразу двоих сняли. Хорошо, спускаемся вниз уже. И нужно зачистить полностью весь корабль. Итак, сколько смертников тут будет? Фу, даже видел, вылетел один за предел корабля. Так, ребята, спускайтесь сверху уже. Мне нужно прикрытие сбоку. Хорошо, респанем парочку и будем уже штурмовать. Ребята, мы уже на корабле. Очень быстро, конечно, эффект мы залетели на трамплишке. Это армейский патруль. Нам в помощь. Так, хорошо. О, смертник. Готов. Так, еще не готов. Слева меня прикроет. Надеюсь, меня прикроет. Какие взрывы-то, какие-то крики. Обалдеть. Спецоперация просто. Так, я РПГ. Его сняли, но он успел выпустить. Все нормально. Пока что мы живы и все в порядке. Там слева, надеюсь, меня прикроет. Так, справа чисто, но здесь меня прикроет. Какие-то еще взрывы. Так, хорошо, пошли вперед уже. Ребята, идем дальше в атаку. Приехал пожарный еще тушить. Ой, прикрою. Чувак, давай вперед, я уже тебе прикрою сзади. Ох, жесть, сколько их там. Конечно, всех положим. Так, нашего сняли уже. Да, он мертвый, даже не раненый. Хорошо, можно взять РПГшку, там слишком их много. И можно вынести сразу хотя бы какую-нибудь кучку. Так, замедляем время. И уже в красивом кадре сейчас мы это все взорвем. Ух, да, полетела РПГшка. Надеюсь, будет большой бабах и хотя бы парочку мы снесем. Она пролетела мимо, походу. Хорошо, чувак, добьем тебя уже так. Ребята, идем в атаку. Да, наших довольно много, можно даже кинуть гренку. Так, у нас выбрать на гренку потом. Ух, жесть, ух, походу, все-таки брони нам вынесли. Ребята, идем в атаку, нас как-то прессуют слишком, мы не продвигаемся дальше, это, конечно, проблема. Хорошо, можно обойти уже сверху. Да, сверху можно обойти уже и гораздо продвигаться дальше. Так, справа сорвнулся чистым. Там еще перестрелка, значит, есть еще бандитов. Так, справа чисто. Это наш уже выдвигается вперед. А вот кишки прям за ними. Так, слева чистым. Так, прям по курсу вижу. Этого мы сняли, где можно взорвать, конечно. Как-то все врасыпнул уже. Я никого не вижу больше. Ребята, двигаемся дальше. Так, слева чисто, наших я тоже не вижу. Видимо, уже всех перебили, либо они пошли дальше. Аккуратненько слева. Ох, сразу двое. Вот это просто чудо. РПГ пролетел мимо нас. Так, можно гренку докинуть. Он еще раненый. Можно добить его с помощью гранатки уже. Ох, еще один вылез. И он сразу трупик. Так, давай-ка еще раз гранатку. Все-таки хочет его добить с помощью гренки. Он еще живой? Нет, теперь готов. Так, теперь будет справа, слева. Даже не знаю, с какой стороны пойдут они. Так, одного мы сняли. Где мое прикрытие, ребята? Там еще какие-то голоса, видимо, уже сверху. Ребята поднимаются прямо по лестнице. Хорошо, наверное, пойдем с этой стороны и зачистим как раз левую сторону. Ох, сразу двое. Окейшки, готовы сразу. Так, вижу третьего. Как при прыжку он был. А он готов, ребята, где вы находитесь-то? Вроде какие-то голоса, я слышу скорую помощь и пожарных. Так, аккуратненько, можно сделать кувырок даже. И у нас тут чисто. А вот сверху, походу, были РПГ. Так, вижу парочку. Так, успел все-таки выпустить, но он уже мертвый. Так, кинем парочку гренок туда. И зачистим это дело. Так, еще одну можно бросить. Окейшки, подвигаемся дальше.
Где мои спецбойцы? А вот и наши спецбойцы. Ну что, ребята, идем уже. Пропустим нашего первого, пускай идет первый. Возможно, он будет смертник. А потом мы, конечно, уже уничтожим бандитов. Так, нас всего лишь трое осталось. Так, ребята, пошли справа. Я пойду слева. Ну хорошо, будем зачищать. Мы практически уже наверху. И зачистка практически подходит к концу. Хорошо, у нас тут чисто, где можно подняться еще выше и посмотреть, что у нас на мостике. Там еще перестрелка идет, значит, кто-то есть там еще в живых. Так, давай-ка наверх и уже поможем нашим. Да, перестрелка идет, и, видимо, кто-то еще остался. Ах, отдыхает уже. Молодцы, конечно, ребята, мы, походу, зачистили весь корабль, это было реально круто. Хорошо, будем, конечно, оборонять эту позицию и ждать подкрепления. Итак, ребята, держим позицию, пока наше подкрепление едет к нам. Ух, сколько их на карте. Да, их будет много, и, конечно, их все будет больше и больше. Они будут становиться все злее. Хорошо, держим позицию. У нас, в принципе, очень хорошая позиция. Мы все видим как на ладони. Надеюсь, наши ребята уже внизу. У нас, по идее, осталось всего лишь двое. И давайте прикройте, ребята, меня. Так, перезарядка нужна. Может, в принципе, снайперскую винтовку. А вот чувак стоит. А какого черта стоит? Должен, по идее, отстреливать. Так, ну, ребят, пока подбегает, можно, конечно, взять снайперскую винтовку, гораздо проще их отстрелять. О, готов. О, как замертво упал-то. Это был хедшотик. Так, сейчас еще разок. Готов. Винтовка довольно хорошая. Но, кажется, все-таки остается в живых. Нужно что-то покрупнокалибернее. Так, ребята, готов. Пускай помучается. Вот так еще можно в голову добить его. А вот это был хороший выстрел. Так, где-то у нас еще внизу. О, сколько их на карте, обалдеть. Их довольно все больше и больше становится. Может взять РПГшку и кого вынести уже. Мне нужна группа людей. Так, одиночная цель не нужна, хотя можно его вынести. Ух ты, да, как он подлетел-то, обалдеть. Ребята, прикройте, надеюсь, они еще живы. Конечно, можно респаунить еще и уже идти в атаку. Зачищать доки. Так, где-то на корабле, что ли? На карте вроде показано прямо на корабле. Хорошо, добьем уже. Ох, сколько их там. Ребята, держите парочку свинцов. Хорошо, нужно отойти уже. Сделать перезарядку и поменять позицию. Так, ребята, сверху подошли. Так, этот готов. Сколько крови-то? Прям в голову. Так, этот готов. Так, вижу, еще сверху есть. Так, уже походу на корабль зашли. Так, вижу, издалека нужно взять снайперскую винтовку и снять его. Ох ты да, как замертво упал. Ничего, живой что ли? О, какой живучий-то. Пускай помучается. Это дело можно взорвать. Ох, они подошли слишком близко к кораблю. И уже нужно зачищать, они уже на корабле. Так, уже пять человек уже на корабле. И нужно, наверное, спускаться ниже. Я их уже не вижу. Они все подходят слишком близко, подошли ко мне. Окейшки, ребята, держи РПГ, там сразу две цели. Ох, готово. Этот готов, этот перец у нас убегает, походу. Сейчас прям в спину ему РПГшку. Это будет жесткое падение. Все-таки успел пробежать, но и волна его все-таки зацепила. Ах ты да, он мертвый, походу. Так, проверим. Да, цель мертвая. Окейшки, спускаемся, наверное, все-таки ниже. Они подошли уже к самому кораблю и уже, походу, на корабле. Так, хорошо, распадем парочку ребят уже. Хотя бы одного напарника, и пускай уже поможет нам. Так, пошел вниз. Окейшки, я прям за ним пошел. Так, вижу, да, он уже на корабле, прям под нами. Прям прикладом, это было круто. Хорошо, еще там вижу три цели, четыре цели вижу еще. Так, чувака мы снимем. Так, походу уже готов. Так, ну что, продвигаемся дальше. Походу, ребята, где-то уже внизу. Там их всего же две цели. Так, я прикрою, ты спускайся. Так, можно взять гренку уже и закинуть гренки. Там, кажется, две цели осталось. Так, он спускается еще ниже. Так, гренка пошла. Так, вижу цель, походу ушла. Нет, никуда не денется. Хороший выстрел. Так, осталась еще одна цель. Сейчас найдем мы нашу цель эту. Так, это прям под нами находится. И с правой стороны. Так, он готов. Теперь точно готов и где-то прям под нами остался. Пошла греночка. Нет, не туда попалась, конечно. Хорошо, давай-ка, наверное, уже вниз спустимся. Он прям под нами внизу. Походу убежал от гранаты. Хорошо, сейчас спустимся уже. И догоним его.
Просто в задницу без шансов. Хорошо, тут довольно хорошая позиция. Можно будет, в принципе, и тут отсидеться. Можно хотя бы уже пойти в порт и там просто зачистить оставшуюся группу. Так, вижу, есть 4 цели. Приехали копы уже. Подкрепление уже рядом с нами. И нужно уже посмелее. Так, одного свата пускай уже ребятам помогут мне. Я, конечно, прикрою, если что, меня прикроет. Так, прям где-то у нас в контейнерах. Сейчас найдем, где находится. Так, где-то прям тут находится. Греночка, и прям туда закинем сейчас. Довольно очень удачно. Прям за поворотом где-то, с правой стороны. Так, чувак пошел. Пускай идет уже. Хотя нет, пускай меня прикроет. Бросил оружие, он его добил. А я хотел взять его и арестовать. Единственного бандита арестовать. Хорошо, осталось всего лишь две цели. Сейчас найдем где-то проходик и, конечно, их уничтожим. Так, пошла Гренка. Где наш напарник-то? Он стоит на месте. Нет, идет, пошел к нам уже. Так, давай, ты пошел слева, я пошел справа и зачистим. Две цели. Оп, готов один. Один готов и прямо с левой стороны. Тут все чисто. У них снова подкрепление. Ну что, ребят, давайте зачистим. Там, походу, человек 20 всего лишь. Так, сделаем уже, наверное, парочку сватом. Так, ребята, поможете мне. Так, 4, 5, 5 получилось. Окейшки, пошли вперед уже. Зачистка доков происходит полным ходом. Так, что вам выбрать? Ну, в принципе, пускай Гренка возьмем, уже такой автомат. Ух, там больше 20 походу. Сейчас будет мясорубка, чё, точно. Так, нужно все-таки взять другую, наверное, газовую можно. Хотя, пускай самодельная уже бомба. Она будет довольно эффектна уже. Ух, сколько их там. Так, пошла самодельная, посмотрим, как она. Ну, в принципе, неплохо. Сколько их там? Так, вижу, с правой стороны у нас проход. Сейчас как раз зачистим. Нас пытались обойти. Я прикрыл, конечно. Так, вижу 4 цели. Нет, 2 цели передо мной. Так, один готов, и еще один остался. Там, походу, наша работа. Он все-таки не убил. Сейчас добьем его. Этот готов, можно пойти уже с левой стороны и как раз ударить прям с тыла. Хорошо, мне помогут здесь 4, 5, пускай будет 5, и помогут мне. Ребята, прикройте меня справа, я пошел уже в контейнеры. Так, двое готовы. Человек 20 еще осталось, хотя, возможно, 15, там еще минус. Прям перед нами, обалдеть. Так, тут чисто. Ребята, пошел направо, я пошел налево. Так, можно перепрыгнуть уже и прям через костер уже вести огонь. Довольно будет зрелищно. Так, ну давай-ка, прыжок уже. Ух ты, да. И я уже тут. Ребята, прикройте. Прям в гоу хедшотик. И осталось всего лишь парочка ребят. Так, где-то у нас еще осталось. Так, вижу на карте справа. Он живой. Он живой, еще добьем его. Вот таким макаром готов. Сверху снайпер, походу. Так, вижу цель. Цель готова. Так, последний остался. Походу, он решил просто убежать уже. Сейчас догоним, конечно, его уничтожим. Так, можно взять снайперскую винтовку. Я его не вижу издалека. Он убежал очень далеко. Хорошо, догоним уже его и разберемся с ним. Ребята, давайте прям за мной. Так, слишком далеко убежал. Видимо, уже взял тачку, уехал на тачке. Кто его знает, куда убежал. Хорошо, попробуем уже догнать. Если, конечно, догоним уже, в следующих роликах мы догоним преступность и уничтожим. Видимо, слишком далеко он ушел, друзья. Хорошо, мы на этом закончим уже зачистку порта. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!